нас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Наш рід має величезну силу, і якщо користуватися усім надбанням, яке нам залишили пращури, то ми можемо повністю змінити своє життя. Як же це правильно зробити, знає гостя, яка прийшла сьогодні до нашої студії. Це Тетяна Кострова, психологиня, психогенетик. І, звичайно ж, ми сьогодні зможемо розібратися і з'ясувати, що саме нам потрібно для того, щоб покращити усе, що є у нашому житті. Рада вас бачити, пані Тетяна. Я також. Юль, все, що успіємо за це коротке час, ми обов'язково все зробимо. Я, звісно ж, поздравляю з удовольствием тебе і весь колектив каналу «Відкритий» вже з наступившими праздниками і з предстоящими. Дуже дякуємо. І теж хочеться побажати нашим глядачам і вам особисто усього найкращого в новому році. Все вже сталося, але ж цей рік, лише його початок, він може бути зовсім іншим. Тому будемо направляти наших глядачів на правильні дії. Тож, ось такий напрям психології, як психогенетика – це щось особливе, і трошечки хочеться почути від вас, що це за напрям і як обрати свого психолога. А Юлі, стало вот, приятно просто наблюдать за тем, что стало незазорным обращаться к психологам. Статистики особой такой нет, но, в общем-то, запросы в Гугле, когда запрашивают информацию, соответственно, увеличилось во много-много раз по сравнению с тем, что было ранее. Но также друзья, которые держат, которые работают в клиниках психологических или в центрах, они также говорят, что количество увеличилось. Людей, которые желали бы проконсультироваться у психолога. И, соответственно, получается, что, конечно же, усугубляет ситуацию то, что сложно в стране. Смущают тарифы, нервничаем по поводу там, повышения пенсионного возраста. Конечно же, посттравматический синдром пятилетней, шестилетней войны в стране, это также очень сильно сказывается. Ну и ко всему, плюс еще сегодняшний коронавирус. Поэтому обращается людей много. И, Юль, вы спросили, каким образом, как найти, как определиться свого? С психологом? Звісно, їх дуже багато. І знайти саме вашого психолога, і, можливо, психогенетика, я не знаю, це так рідко на сьогоднішній день можна почути, тому що є психоаналітики, є гештальт-терапевти, є просто психологи, так? А психогенетик. Это да, взагалі очень интересно, кто же он есть. Юля, сейчас разберемся. Все направления, которые вы сейчас назвали, это называется направление психологии. Психоаналитики, гештальтерапевты и психогенетики. А затем еще можно услышать много-много разных названий. Например, психологи лечат песочной терапией, музыкотерапией, арт-терапией и так далее. Класкотерапия, взагалі масса. Юля, это методы. Методы мы говорим о направлениях. Это психоаналитики, гештальт-терапевты и психогенетики. Чтобы выбрать своего психолога, действительно психолога, вам необходимо, Юль, приходите и прежде всего, не стесняясь, спрашиваете базовое образование у человека. Оно должно быть высшим. Оно может быть медицинским, психологическим или же оно может быть педагогическим. Следующее, что вы спрашиваете, это второе высшее образование, где будет написано, что он консультант. Специализация, да. Это второе высшее. Это длительное и это дипломное образование. Затем, конечно же, вы, безусловно, интересуетесь тем, сколько лет практики у этого человека. Это если выбирать нам с вами психолога. Затем вы, конечно, интересуетесь, где он принимает. Потому что кафе, улица, парк, на дому, это, ну вот, смущает. Меня лично точно смущает. Хотя все может быть, конечно, безусловно. Ну и вопрос цены. Каким образом, еще, Юля, нужно быть очень осторожным. Вот в связи с чем. Я просто даю вам лично совет и зрителям. Дело в том, что в стране 5 лет назад, когда началась война, то в 2015 году образовались столько много курсов срочных, быстрых, двухнедельных, трехнедельных, двухмесячных. И в основном это была работа с переселенцами. Люди, которые получили те корочки, это не дипломы, это корочки. Они могут быть в виде сертификатов, где будет написано действительно психолог-консультант. Юля, поэтому обращайте внимание, когда вы для своего ребенка приглашаете психолога, посмотрите,
базовое образование и, безусловно, второе высшее образование, которое могут иметь только аналитики, гештальт-терапевты или психогенетики. Ну, з цим ясно все. Звісно, відчути свою людину – це, мабуть, теж дуже важливо. І наскільки теплі стосунки у вас можуть бути з фахівцем, як ви вважаєте? Це важливо? Да, Юля, это очень, очень, очень важно. Дело в том, что психологи – это тоже люди. Они со своим своеобразным образованием, когда кажется, что сканируют каждого человека, и тем не менее это люди. И это не врач, это психолог. И он может специализироваться узко на определенных темах и быть докой. Профессора в этой теме. Кто-то специализируется на работе с подростками, кто-то с теми, ну, понимаете, да, с посттравматическими синдромами ребят, пришедших с войны, или людей, которые потеряли своих близких. То есть у них узкая специализация. Таким образом, чтобы найти этого психолога, Юля, я лично советую вам всем так, поступать следующим образом. Понимать, мы можем... Психологи и клиенты могут друг другу не то чтобы не понравиться, не бывает людей плохих или хороших, но может просто быть какая-то несостыковка. Угу. И это нормально. И пусть не должно быть у вас никаких комплексов, если вам отказали. Нормальный психолог обязательно вам подскажет своего коллега или товарища, или знакомого, который точно в этой теме работает. Что делают, я вижу, и делают правильно, если обращаются уже в существующие группы. В городе вот есть фейсбучные группы, разбиты по районам. Калиново, райончик, там, ну, Шинник и так далее. Когда в райончике, например, ну, я просто с этого района, в райончике делают запрос о том, что, пожалуйста, подскажите, ребята, кто занимается задержкой речи у ребенка, ребенку 7 лет. И они быстро набрасывают, ну, накидывают вот те, кто уже обращался. Юль, еще я советую всем, есть группы в соцсетях, вот в Фейсбуке точно, профессионалов-психологов. Они называются психологи и психоаналитики, но они по-разному называются. Угу. Смотрите, там, где более 300 тысяч членов групп, вступите в нее и прочтите, там может быть ваш запрос. Запрос, который интересует человека, с которым он хотел бы обратиться к психологу. Вы открываете, и там их много. Вам просто нужно найти свой. А в коментарях отвечают профессиональные психологи всего мира. Так, ну бачите, вже є вихід. В наш час такий швидкий, і зараз вже цей час просто для нас в плюс працює, і потрібно просто шукати і знаходити. І якщо ми будемо зараз далі розвивати ту тему, ось про яку ми спочатку почали говорити, то це психогенетика, так? І з приводу генів, ось якраз таке питання, що впливає на гени чи виховання? Ось, що впливає на розвиток особистості більше? Ітак, гени или воспитание? Так. Юля, що? Ми приходимо в этот мир со стопроцентным желанием жить долго, счастливо и быть здоровым. Вот в эти 100% входит 70% мы несем информации по крови, то есть информацию рода, гены. Мы их называем гены. И 30% мы получаем в социуме. То есть можно родиться на берегу теплого океана в семье миллионеров, и этому же гену можно родиться, этому же человеку, ну, скажем так, в сталинские репрессии. То есть, получается, 70% набор будет одинаков. Поэтому что важнее, гены или воспитание? 70% интеллекта мы несем с собой. Это нам передали наши бывшие поколения. Так, ну це багато. Так. 30% так мало залишається? І 30% в соціумі. Угу. І от, смотрите, що це? Ну, гени. Гени – це носитель інформації. Кстати, в цьому році генам всього лише 111 років. Тобто, вперше ген був определений як ген і внесений в енциклопедію і в словарь. Это в 1909 году. Да, Юль. И вот гены. Мы пришли в этот мир. У нас с вами 70%. Ну, понимаете, можно получить в наследство скрипку Страдивари. Але не вміти користуватися. Ну, рядом нет ни одного учителя. И ты вообще живешь на острове. И там его нет. Есть только скрипка. Поэтому эти 30% они маленькие, но не очень важные. А людина може все одно себе проявити з часом? Все ж ці гени
Вони таки повинні десь проявитись? Они, да, они могут проявиться. Это значит, что вы будете, если вы живете на острове, а музыкальный слух просто очень сильно серьезный, и вы можете слышать шорох дождя или шелест дождя. Думаешь ли прислухаться? Да, и думать, что это ноты. Вы можете слышать море и понимать, что это ноты. Гены срабатывают, но где скрипка? Где, на чому грати? Ну, якщо людина вже така талановита, вона може і каміння використати для того, щоб створювати музику. Да, ну, точно так же можна, да, а як з медициною там і так далі. І так, важніше гени или воспитання, ці 30%. Одно без другого не живе. Гены имеют внешние проявления, цвет глаз, волос, рост, ну и так далее, да, национальность, и внутреннее, и внутреннее, то, что мы не видим, это характер, это интеллект, он бывает самым разным. И вот гены, которые, кстати, знаете, Юль, я сейчас вспомнила Евгений Леонов в фильме «Обыкновенное чудо». Помните, да, там Абдулов играет, ну, чудесный фильм, и когда Евгений Леонов, вернее, значит, тот, кого он играет, его говорит, слушайте, я, конечно, ужас, я кошмар. Ну, я, конечно, бессовестная свинья, но я не виноват в этом. Это все мои предки. Они жили вот так бессовестно, и я теперь несу этот, значит, эту тяжесть, вот поэтому я такой, потому что это гены. Юля, гены есть, но не гены нами управляют, а мы управляем генами. Ага, можно все-таки их как-то до ладу привести, так? Те, которые говорят, это у меня плохая наследственность, это значит, они не останавливаются и не работают над собой. Так. Они просто, у них есть кого винить. Вот, особенно с зависимостями, да, вот, алкогольная зависимость, наркозависимость. Оказывается, там и в предыдущих поколениях, ну, с алкогольной, по-моему, у всех предыдущих поколениях было всего достаточно. Соответственно, они говорят, это у нас зависимость, або это, там, мы не виноваты. Так, або людина запізнюється, каже, ну, це ж бабуся моя весь час запізнювалась. Так, я запізнююсь, все нормально, нічого з цим робити не треба. То есть это те люди, которые просто понимают, как можно на кого-то свалить. На самом деле, конечно же, вот то воспитание, которое здесь есть, вот эти 30%, это они вас, как человека, организуют на то, что посмотри, что у тебя было за плечами в твоем роду, и попробуй посмотреть, что было хорошо, что не очень, и остановись, и увидь, и измени это. То есть, ну, нельзя начать жизнь заново, но можно продолжить ее в другом качестве. Так, и ваши майбутні покоління, які будуть за вами, вони вже будуть з вас брати непоганий приклад. И ось ті гени ви посієте, добрі. Да, смотрите, как правило, получается, что у нас с вами 7 поколений, да? Вот у нас за спиной стоит 7 поколений. Это 128 человек. Юля, это значит... 128. За твоей спиной стоит 128. Правда, из них несколько ты знаешь. Это твои родители, папа и мама. Это бабушка и дедушка. Все, кого еще чуть-чуть помнишь, кого-то про бабушек, про дедушек, некоторых ты знаешь, а остальные стоят за тобой. И их 128. Это 64, это 64 влюбленных пары. Это 64 прекрасных состояния. Юль, давайте представим себе пруд. Пруд, и на пруду, ну, тихая, спокойная вода. Мы бросаем камушек, и вот он попадает, этот камушек, соответственно, получается, расходятся круги. Юля, вот камушек – это вы. А вот круги – это вот тот род, который вас оберегает. Который широкий. Відчуваємо таку підтримку. Виходить, що так. І ось зараз є, дивіться, пані Тетяно, це те, що може бути за вами. Це той варіант, який ви
нам надали для того, чтобы мы могли сказать, что ж тут есть. Юля, смотрите, как здесь все наглядно. Я люблю эту картинку, она у меня на стенке в Фейсбуке, конечно же, есть. Дело в том, что, смотрите, вот вы первая самая, да, вот человек стоит самый первый. А дальше, ну, будем думать, что розовая – это мама, а синего цвета – это папа, это муж скоро, да? И вот двое ваших родителей, и это первое за вами ваше поколение. А у этих родителей есть родители. Ну, они тоже, видите, красного-голубого цвета. И вот поэтому, а если это... Яка потім гарна пташка виходить. А если эту пташку свернуть крылья, ну, скажем так, чтобы она сделала вот этот полет, получится вот тут круг, который на пруду, и у нас вот середина – это вы. У каждого свой род. У вашей мамы, представьте, за ней плюс одно поколение. И вот 128, еще, Оль, Юля, образно это будет выглядеть таким образом. Знаете, вот матрешку, да, вариант да. матрешки? Угу. И вот самая маленькая, только давайте представим, что это не матрешка, Новый год ведь. Новогодний Кулька. Шарик. Да, новогодний шарик. И вот самый маленький шарик, и он будет самым драгоценным, он неделимый. Это бриллиант. Вот самый яркий, представьте себе, красивый бриллиант. Затем... То, что накрывает этот бриллиант, первая коробочка, ну, первый шарик, это ваши родители. Следующие. Итак, ну, мастер умеет резьбу, да. Я себе являю, який буде, яка буде кучка. Нет, он может быть 128. Вот таким. А теперь представьте, Юля, и полюбите. Вы этот шарик, где внутри вот тот бриллиант, который вы его держите у себя в руках, он точно так же вас любит, и он благодарен, что вы его держите в руках и любите. И рассказывает вам, он вам дает подсказки, этот род, что, когда и как происходило. Уявляєте, як можна розцвісти, коли ми будемо відчувати за собою таку силу величезну? Я не кожна тільки людина. Представляю, я з цим працюю. І вижу, як розцвітає. І бачите, як люди починають Конечно. Жити вже інакше. Конечно. Лише, але треба собі не просто уявити, треба знати, що цей рід, він є насправді. Тобто та сила і повинна бути з вами весь час. Так? Не просто подумати, а щоб це все уявити наглядно. Да. І щоб це поняти наглядно, щоб, правда, ощутити силу і мощь, необхідно, вот, коли ви спрашували психоаналітики, гештальти і, скажімо, психогенетики, вот чим займаються психогенетики? Якщо психоаналітики займаються айсбергом, 10% айсберга над водою, все остальное внизу. Це глибина інформації, яка є в підсознанні. Цим займаються аналитики и работают с вами не менее полгода, два раза в неделю. Вы к ним ходите. Гештальты занимаются тем, что незавершенная история. В детстве что-то начали делать, не доделали, не доработали. И какая-то незавершенная история. А нужно сделать целостный образ. Этим занимаются гештальт-терапевты. И вот теперь психогенетики – это те, которые смотрят на ситуацию, что было в роду ранее, и повторяется ли это сегодня и сейчас. И поэтому это обозначает, что, может быть, когда-то ваш прадед, очень дальний, любя весь свой род, любя себя, но он каким-то образом умудрился занять много денег, не видал. Но он от радости еще и напился. Ага. Свалился в канаву и замерз. И не отдал. И ушел из этого мира, потому что он просто замерз пьяно. Соответственно, получается, все остальные, которые остались, они тянули этот груз отдачи долга. Угу. Понимаете, и да? мы повинні тепер позакривати усі ті проблемні місця, які тягне за собою наш рід. Так? Юля, правильно. Для этого необходимо, для этого необходимо вспомнить, посмотреть на карту своего рода, и помогут и психогенетики обязательно это составить, посмотреть, сделать вывод, понять, что так или не так, и оставить, сказать спасибо большое. Каждый род пришел в мир для того, чтобы не только деревом большим вырасти, а рощей стать. Поэтому он будет, род, изо всех сил вас держать. Он как стрелу вас выпустил вперед и говорит,
Юля, сделай так, щоб я жила ще дольше. І Юля должна це зробити. А я буду робити, а як же, звичайно, бо за мною ще будуть інші покоління, яких хочеться випустити з розкритими крилами. Дуже дякую вам, пані Тетяно, сьогодні встигли поговорити, справді, знайшли порозуміння і тепер знаємо, що за нами може бути така величезна сила, її треба тримати, розібратися, звичайно, можливо, щось там було не так, виправити ситуацію і піти далі. Тому дякую дуже вам. Будемо чекати ще вас у нашій студії, а ми зустрінемось з вами за декілька хвилин.